Всем доброго времени суток, представляю перед вами автомобиль. Это у нас Audi Q3 2012 года выпуска. Автомобиль оснащен мотором 2 литра на автоматической коробке передач, на полном приводе. Машина в хорошем техническом состоянии. Плюс есть вот такой вот подарочек. В комплекте будут зимние колеса. Резина, состояние достойное. Все 4 покрышки здесь. Два колеса, конечно, не очень, а вот два колеса прямо добрые. Так, ну, как бы резина на сегодняшний день тоже стоит денег, и, в принципе, подарок неплохой. Так, давайте переместимся в салон автомобиля, покажу вам состояние салона, расскажу про комплектацию, ну, и потом на этом будем заканчивать. Итак, значит, здесь у нас с вами аккуратный чистый салон, сиденье, карты, дверей в хорошем состоянии. Переместимся вперед. Впереди у нас с вами тоже красивый, приятный салон. Состояние салона, карты, дверей, панель, водительская дверь. Хорошее состояние. Давайте рассмотрим комплектацию. Так, значит, комплектация у нас с вами имеется мультируль. С мультируля можно управлять штатной системой, бортовым компьютером. 4 стеклоподъемника, регулировка и подогрев зеркал. Центральный замок. Есть датчик света, датчик дождя. Идем дальше. Розетка, две розеточки 12 вольт, автохолд, электроручник, автоматическая коробка передач S-Tronic, подогревы передних сидений на 3 режима, двухзонный климат-контроль, значит, кнопка отключения стабилизации, принудительное включение-выключение паротроников, управление штатной системой, можно проигрывать SD-карточки, компакт-диски, сюда, насколько я помню, здесь либо будет, здесь заглушечка у нас стоит. Бывает просто автомагнитола. Здесь штатный навигатор, и сюда идет карта памяти под навигатор. Ну, здесь просто заглушка. Так, информационное окно. Так вот, если что, оно аккуратно можно убрать, если кому мешается. В комплекте будет такой вот ключик. Автомобиль заведен, ровно работает мотор. Пробег на автомобиле составляет 107 тысяч километров. Вот такая вот красивая белая Audi Q3 на ваших экранах. Машина у нас в наличии. Приезжайте к нам на осмотр, на тест-драйв. Заведем, прокатимся, покажем, расскажем вам все про автомобиль. Если вас все устроит, машину вы сможете у нас приобрести по системе трейдин, в кредит, либо за наличный расчет. На этом я с вами прощаюсь. Желаю вам хорошего настроения. Всего вам доброго. До свидания.